Друзья мои, всем привет! Вы на канале Fox Tales, с вами Катерина, третья часть симулятора козла. Смотрите, почему-то я загрузилась в игру, оказалась здесь. Как помните, нифига себе, смотрим, где статуэтка висит. В прошлой части мы закончили рядом с дровосеками. Почему-то меня сюда протонуло, вообще понятия не имею, как это получилось. Но какая-то новая локация, и давай ее изучим. Здесь у нас что-то продается. Хрена себе, мужик летает. Вы что творите? А можно топор взять? Вы тут странные. Стойки всякие с журналами продать. Хочу топор. Мой инструмент. Пошли поможешь. Так, сосиски ешь, ну-ка поделись. Вообще все крушу, вершу. А как тут люди летали? А я могу так же? Так, это весело. А повыше? Ух ты. А еще выше? Ух ты. Здорово. Что ты хочешь? Мне кланяется все ноги. Да, я твой босс. Плохо кланяешься. Ты что, ноги ломаешь? А, да, иди сюда. Иди сюда. Полетаем давай, стоп. Нет, а я могу? Вот кайфуют люди. Брось его. А почему он не взлетает? Эй, кулек. Тю-ху! Да, благодаря мне ты встал на ноги. Встань и иди. Позвоночник свой только не ломай больше. Так, тут какой-то веселуха. Ладно. А пошли дальше. Смотри, какая баночка большая пивазиндрия. Что будет, если я туда нырну? Как думаете? Я не знаю. У нас фишка в чем? Мы по карте, где я? Вот она я. Бревно в чужом глазу, квест древолюба. Нам вот сюда надо. Понимаете? А мы вообще не там и не тут. Уйдите, разойдитесь. Нам надо как-то туда пробраться. Халявная выпивка? Я... Да вы чё? Дайте мне выпить что-нибудь. Облизывает банка газировки. А я не могу. Да не, зачем ты бабе-то ноги облизала? Что вообще с этим делать? Менюшка просто. Кола 5 баксов стоит. Да ты охренел? Монополист фигов. За такую сумму, ты знаешь что? Водички вон иди похлебай. Иди сюда. Купаться будешь? Ой, скользит! Блин, сама упала. Ладно. Мужик, помоги выплыть, а? Не хочет помогать. Ну, звери какие-то здесь. Короче, взбираемся наверх. И идем к нашей козлиной башне и по пути снимаем древолюбу. А это мы были здесь, мы были. Да, вот смотрю голову. Уйди отсюда. Да не ты, уй, дай мне череп. Мамка моя, вы что мамку-то мою откопали? Твари, я ее хранила 3 дня и 3 ночи. Скоты такие неблагодарные. Все. Могилы разрыватели. Вот они, дудцы. Но я знаешь, что хочу? Хочу древолюбов пойти поснимать. А, еще. А тебе не надоело бегать пугалом? Может быть, попробуем... Стой, подожди. Это я не туда пришла. А как мне отсюда выбраться? Вот, сюда мне надо. Ага, все, поставили метку. Где светится? Вон она. Может быть, попробуем поставить напарник своего... А, нет, это не напарник, это этот. Крот улетел, да? Я думала, мужик взлетел. А может, попробуем поставить какую-нибудь новую скинчик, а? Мы с тобой... Пугало мне очень нравится. Он такой веселый, самобытный. Но снимите вонючий хиппи. Я знаю. А, вон, все вижу. Но знаешь, в чем фишка? А в том, что у нас еще есть... Мужик, спасибо. Так. Нет, это не то. Я знаю, что можно принести этого дровосека, и будет еще один квест выполнен. Но мы хотим снимать дроволюбов. А где они? Я не вижу. Смотри, есть еще разные анимации у нас. Что я тебе говорю? Я вот думаю когда-то о чем-то другом. Говорю, это вообще вот тяжело. Понимаешь, тяжело. Вот. Можно как жирафом стать. Хрюшенькой. Вкусный козел. Дай вкусным козлом. Ты что там? Не, убери свой палец. Убери свой палец от меня.
что-то там смотрел. Ну, конечно, попец у меня такой. Куда ты поехал? Остыть, желейного свиномата не хочешь? Ой, мужики, остановите меня. Я пошла искать древолюбов. А как назад вернуть? Да ты видал, он еще себе ускоряет лапками. Оба, оба, веселье через жопу. А, слушайте, так мы же закончили прошлую серию в пещере. Точно, точно, вспомнил. А где она была? Вот это я не помню. Ёпа-мать, свиная отбивная. Подпольная гильдия, какой-то этот. Точно, мы же в пещеру забурились, а я не помню, где пещера. Пошли ее искать. Чопи-чопи, лопотопи. Древолюбов надо поснимать. Блин, а где же она была у нас? Как туда пройти? Я сейчас и не вспомню. Я не думала, что... Ты что, молишься, что ли? А что за танц? На рыбку? Бодаю рыбку. Так, а что делать-то? Мужик, я не знаю. Иди поплавай. Вот. Так. Я ем что? Смотри, какой язык. Да подожди, косоглазая ты свинорылая. О, боже мой. Красота неописуемая, мне кажется, да? Ну, портретное сходство. Ладно, побежали искать... Либо пещеру, либо будем снимать древолюбов. Что ты ходишь, что еле-еле. Так, здесь я буянила, я вспомнила. Древолюбы у нас где-то здесь. Как же мы там ту пещерку-то необычную? Нет, пошли в пещеру, все, я решила. Все решено, мы пойдем в пещеру, древолюбы подождут. Здесь их больше нету. О, хипари опять стоят. А как же я? А ну все было отлично, все как обычно. Да, вообще. Так, где она была? Подожди, дай мне мою память вспомнить. Стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп. Мужик, у вас здесь где-то пещера есть. Алло, гараж. Мне она очень нам она нужна, пещерка эта. Как же в нее попасть? Нет, по-моему, я туда не выходила. Так, пойдем вот туда к водопаду. Так, 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 сейчас найдем, вспомним. Не, ну, мужика уронили, охренеть. А есть кто? Нет никого. Моя статуэтонька есть. Фигнюшечки, стой. Стой. Дурной такой, да? Дурной мистер Свин. Так, погоди. Так, во-во-во-во-во-во-во. Вот-вот-вот сюда. И нырнули. Все. Вот почему... Нет, не сюда. А кто бекончик заказывал? Змеечек здесь выживший живет. Ёпу мать. Пошли помогать Тому Хэнксу. Где он? Мы сейчас его выведем на свет, блин, человеческий. Но здесь ничего нету. Блин, навели только шороху. Только обидно. Подожди. О, мужик, ты чё тут? Давай, приведите дровосек. А, куда ты? Да что происходит? Меня зафинтилили к черти знает куда. Пещеру потеряла. Я вообще почему-то наверху оказалась. Здравствуйте, молодой человек. А я по вашу душу, видимо. Футболка отшельника. Так давай надень. Ты отшельник, что ли? Погоди. Сейчас познакомимся с тобой поближе. Так, давай, ленточка. Что у меня здесь есть? А где футболка-то? Я не знаю, где футболка. Ты
Ты что, мне футболку не дал? А что это что так умотыляется? Очень так выглядит прикольненько. Ну, давай, давай свинья с седлом будет. А где же тогда? Ух ты, можно покраситься. А, ну только бронзовый, черный, белый. Не, я розовая поросяшечка. Мне не нравятся вот эти сандалеты. Давай. Во, надо же эти, чтобы наши копытца были видны. И роженьки, уйди, мужик. Я не знаю, давай вот эти наденем. Обычные рога. Так, рекомендуемое, это не то. Я так и не поняла. А, во-во, мужик, ну... Подожди, я поняла, я сейчас хочу, у меня была вот эта вот шляпочка, давай ее и оставим, она как-то стрёмно отображается. Ну, допустим, а что мне с тобой делать? Тебе помочь выбраться? Отшельник Герман, иди сюда, Герман, уж полночь пробила, а ты все не появляешься. Герман, иди отсюда. Молодец, ты вот всю жизнь мечтал вот так покататься. Вот, молодец. Спасли Германа, не знаю, как меня сюда зафентилило. И самое главное, желтую футболочку свою не нашла. А где мы по карте находимся? Еще и хрен знает где. Ты видишь меня? Вот так где я? Ёпа-мать, да какого хрена я бежала так далеко, чтобы меня выкинуло? Да жирная ты моя, хрячина! Ну пошли вниз. Вставай давай, крачка. Я не знаю, почему ты меня по всей карте мотыляешь. Что я как у нас сегодня как... Тихо. У нас миссия невыполнима. У меня аж ноженька зачесалась. Ну, бульон готов. Нет, нет, в бульон, конечно же. Прям давай с разбега. Так. Подскакивайте на банановые жижи. Ага. И что делать? Почините сервера. Так, мужики, я техподдержка. Какие сервера починить? Не эти? Я не знаю, какие сломаны. Мы сейчас все починим. Не переживайте, я айтишник от бога. Не, ну это обидно было. Это очень больно было. Че у вас тут сломалось? Компьютер кому надо купить? Все сделаю. Вот, мне вон туда. Ага. Почему-то не откидывает. Баб, помоги запрыгнуть. Есть. Фишка в том... Что? Ага, так, так. Меня в бок откидывает. Я хочу запрыгнуть. Бляха, муха, это тяжело. Так. Не выплевывайся! Во! Того! Это я не туда нырнула. Давай назад. Перелет. Бляха-муха, перелет. Подожди. Лети, лети, бляха жопная. Давай хоть один сервак. Бесит меня. Что? Ты что делаешь? Сломался? Это не быстро получится. А ты что, умный? Учить меня вздумал? Ага. Так. Так. И лети, лети, лети. Есть, бляха, бесит. Так, есть у нас... Ай, блин, нет, нет, нет. Пацаны, поджаренная свининка нужна? Не, не, не выпрыгивай вперед, вот. Ай, ты мой золотой. Ай, ты мой золотой, хорошо. Здесь у нас все горит. Теперь осталось вот эти сервера. Какой-то квест. Какой-то он...
Для любителей прыгунов. Тихо, тихо. Есть. Еще одни. Так, теперь нам на ту сторону. Осталось 3 сервака. Фух. Не, тяжелая, неказиста. Жизнь большого программиста. Черт. Чуть-чуть. Чуточку не получалось. Вы думаете, мне тяжело? У меня вообще тяжелешно. Е-е-е. Есть, долетели. Так, не выбрасывай меня по... Как? А. Сделали. Фух, сделали. Я не... Это не я. А вот это я приземлилась. Загваздали все, что можно. Блин, тяжело было прыгать. А что это? Смотри, как у меня. Фью! Опа, козочка. Ну, это я не могу. Че ты как дурачок? Мне вообще не понравилось, что меня перекинули в какую-то локацию. Подскользнитесь на банане. Спасибо. Спасибо, я сама немножко ходячий банан. А вы что тут делаете? Видали, как я сработала? Техподдержка рулит. Оплату мне, конечно, никто не дал. Хоть бы накормили. Заработаю. Даже не за еду. Вот на этой хрени можно подпрыгивать. А что смотрим? Вообще пока ничего особо интересного нету. Хреновые вы работаете. Ой, ушатай меня, черешня. Да, я выполз. Я уже думал, все. Я не смогу. А что ты? Тин-тин-тин. Так, погоди. Ой, как ты гордишься, когда это... Ух, какой красавчик. А, ну это грязевую ванну. Знаешь, я с утра с кровати, когда встаю, это практически так же. А, мне здесь не нравится. Вот это мне не нравится. Пошли с тобой искать другую веселую локацию. Вот это что, трубы какие-то? Ну, пойдем по трубам. В розовый сад. Где мы вообще находимся? Ага. Как это сделано? Вот здесь можно еще один квест выполнить. Так, где это светится? Есть? Вон оно. Ну, пойдем посмотрим, фиглем. Раз мы недалеко здесь, давай это выполнять здесь квест. Мужик, отойди, посторонись. Тихо. А, можно было скользить, но... черт, я не знаю, как мне действовать и как мне забраться наверх. Подожди, это что такое? Да нет, блин, я думала, ты... А, все. Тык-ты-ты. Как это сделал? Новое событие. Да не хочу подскальзываться на банане. Здравствуйте, я ваш новый работник. Только сейчас устроилась. Стажер. Что, будешь учить меня? Научи меня. Не надо мне пятак свой сувать. Давай посмотрим, что от меня требуется. Заберите конвейер. А ты видишь, что у тебя конвейер вообще сломанный? Дурак какой-то, а. Ну, давай собирать. А, нет, давай, чё твой. Бедную хрюшечку. Вставай. Я поняла, надо просто язычком приязачить. О, понял? Сделано. У кого что еще тут сломан? Так, у тебя конвейер не хватает. Я больше не... Извините, пожалуйста, я новенькая, немножко с вашими правилами не знаком. А что у тебя трюселя-то, мужские? А как ее спасти? Так, ладно, не ссыте, сейчас хрюнахрюн всех починит, всем поможет, спокойной ночи малыши устроит. Во, так, еще вижу, где? Нигде не вижу. Пацаны, ну вы когда бананы едите? Я понимаю, что вы все от обезьян произошли, но вы это, хоть не раскидывайте их. Я же честный хрюндель, спотыкаюсь и ноженьки свои ломаю. Ну-ка, пошли сюда. Я больше не вижу последнего конвейера. Тише.
Сами дураки там подскальзываются. Это, по-моему, только в мультиках такое возможно, чтобы ты на банане подскользнулся. Опа, опа. Вау! Правильно. Вот это и вниз. Так, стоп. Здесь работает, тут работает. Да ну, надо, жопоньку свою отбила. А вот это вот... Ты хоть бы помог встать. Тики-тики-тики. Ага, а это наружу, нет. Я просто в глаза не вижу больше ни одного конвейера. Я не знаю, где он. А как я вам помогу? Фиг ли вы мне тут говорите, когда ты починишь, когда ты починишь. Что дает нынче? Ничего хорошего. Ну, да, давай попробуем вот сюда, да? Да я знаю, что можно подскакивать на жижу, но она беспонтовая. Во-во-во-во-во-во-во-во. О, это мое, это мое. А как мне туда попасть? Ага. А кто хочет, тот всегда статуэточку возьмет. Только нету больше ни одного конвейера. А ну-ка, вон там что такое? Ну-ка, пойдем глянем. Не, я не хочу больше скользить. Стой, стой! Опять зависла! Слушайте, я не знаю, у меня сегодня какие-то непонятки. Может быть, его вот этот конвейер забрать? Нет, он не цепляется больше. Я понимаю, задачка тут на миллион. Отпусти, господи, не тупи. Давай вниз спустимся, но не таким же. Давай тут искать конвейеры. Мужики, нужен конвейер. Иначе производство стоит. Что, ты меня боишься, что ли? Не боись. Слушайте, а может мне в качестве конвейера надо было встать? Я просто все догадки какие... Плаваю. Видал, как я плаваю? Уйди отсюда. Даже не помог, не спас бедного Хрюшечку, Степашечку. Да я не знаю, как вам помочь. Во, нашла конвейер. Ура, ура, ура. Вот запрятали изверги. Иди сюда, конвейер. По всему заводу тебя ищу. Грузчики гребаные разгрузили, черти как. Честному свину фиг найдешь. Че стоите, идиоты? Хоть кто помог? А, вот, кстати, еще один конвейер был. Пошли. Мне зарплату не заплатят, если ты не придешь со мной. Идешь, что ли? Давай, давай. Ну, иди сюда. Куда его запихнуть? Во, отлично, все, пацаны, я нашла конвейер, лови. А, еще один, ну все, главное, что этот рядышком. Так, стоп, я думала, беговая дорожка, а это все для чего? Для производства супер товаров, каких, не знаю, бананов, кубических бананов. Все бананы какие-то странные, я люблю, знаешь, какие вяленые бананы, такие подсушенные. Мне так они нравятся. Но я сейчас их не вижу в продаже. Вот помню, в моем детстве их было полно. Еще один. Ну пошли. А вот я не знаю, где последний. Пошли искать территорию завода. Вы что, пацан этот? О, так ты подгораешь. Как же вы уедете тут? Вы же так не сгорите. Во, видал? Вот, не благодари. Взрывные бананчики. Так, где у нас может быть еще один контейнер? Во, нашла! Я... Кать, ты что? Так, сейчас будем прыгать. Шею-то не ломай.
Ага, могилом, могилом. Вот это хрюшка, Степ. Вы что, еще не взорвались, что ли? Тебе весело, да? А так тебе весело? Башкой прям меня в стену влепило. Да отстань ты! Я спортом тут занимаюсь. Пошли, последний квестик. Опа, опа, опа. Опять. Кочевряжная моя, идем. Идем, я тебе смысл жизни придам. Представляешь, какой у меня язык? Вот это я ртом умею работать. Вот это я практикуюсь тут. Все, последний конвейер. Есть! Что не так? Банан поехал. Так, банан поехал. Калийный передоз. Знаешь, почему калий? Не подходите ко мне. Тут, по-моему, не калийный передоз. Дайте. Встань, свинья. Почему мне не дали такой анимацию? Я тебе, падла, попинаюсь. Я тебе сейчас... Твой шнурочек-то отшнурю. Я тоже хочу быть супер-бананом. Почему мне не дали такую визуалку? Ой, какой ты классный. Подожди. Нет. Так он не ногой в меня жахает. Ты посмотри, чем он меня жахает. Видал? Это, знаешь, это пошлятина. Да, конечно, догони меня 7 раз. Морская черепашка. Ну, давай. Нет, все, что ли? Смотри, у меня тоже есть 5-я нога. Опа! Пошли, будешь моим суженым. Ой, мать моя женщина. Ты просто... А главное, что у меня есть защита. Чё б ты не говорил, но это просто супер. Ой. Вот так вот. Вот так вот. Никакие рога не нужны. Это лучшее, что могло случиться со мной. Мужик, смотри. Я банан. Ты долбанан. Чё тебе не нравится? Да блин, я к тебе подползти хочу. Япа! Братик мой, ты чё? Нет, отпусти меня. Я не хочу возвращаться в свинью. Так, встань. Встань, не позорь меня. А что мы тебе можем еще на твою великолепную вот эту седалищную нерву? Так, ага. Ага, суши не желаете? Бабку посадить. Это просто финиш. А давай иглу ежика сделаем. Во, иглоукалывание. А теперь ноги. Мне нравятся ноги. Нет, самое лучшее. Шерсть. Какая шерсть у банана? Фу, жухлый баклажан. Не, ну как это? Я хочу быть желтым бананчиком. Так, спина. На спину мы с тобой сделали голова. А, хорошо. Так, веночек. Каску. Давай самым красавчиком будем, потому что банан в шапке. Банан в шляпке. Ой. Мы с тобой сейчас сделаем, потому что следующую серию я буду бегать бананом. Это, по-моему, лучше. О, с такими глазами. Со штангой, с... шляпка. Ага. Чипец. Молодец. Ну, че... Подожди, утка-банан, это тоже круто. Банан с бананами.
Ой, бляха-муха. Я думаю, вот это круче всего. Да, кря-кря-кря-кря. Рекомендуем, а что ты не рекомендуешь? Нет. Нет, ёпа-мать, ты чё? Какой пилорок? Ты чё, я долбанан? Выпустить лечебную иглу? Мужик, иглу укалывания заказывал? Я всех долбананами буду делать. Не подход... Ты чё меня пинаешь? Я ут... Банаут. Ты знаешь, я тоже отчасти могу тебя немножко... Ты посмотри, мне не дает встать и все. Добиться. Кто тут прячется? О, брательня мой. Не попала. Бежишь? Нет? Смотри, вон вот сейчас вот этого заарканим. Пошлите, братья мои, в атаку на обычных людей. Ну. Банаут, банаут. Так, 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 так. Ой, промазала, простите. Ага. Весь мир бананы, а мы немножко в связке. Ох ты мой. За мной, мои верные подданные. Уи-ха. Стой, 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 игра, не зависай. Я... Мои братья за мной не поспят. Так, стоп. Мужик, я тебе дарю новую жизнь. У тебя была скучная, а теперь веселая. Ты тоже будешь со мной. Немножко мазильная. Смотри, сколько у меня... Женщина, не проходи мимо бананового безобразия. Немножко я кашу. А они быстро потом превращаются, кстати, в людей, да? Давай, короче, на этом. Банановом безобразии будем заканчивать. О, смуська. Смотри, давай вместе танцевать. Что-то мне подлагивать начало. Во-во-во-во! Это очень весело. А что я могу сделать еще, знаешь? Подожди, анимацию. Зловещий танец. Ой, я не могу, это вообще кадр. Брейк-данс. Офигеть, вот это ты! Ну где ты еще увидишь? Утка-банановый брейк-данс. Фига, фига ты крут. Ладно, давайте на этой безумной ночи здесь заканчивать. У нас сегодня столько всего было. Продолжим в следующей серии. Будем бананом бегать, я тебе обещаю. Мы должны обязательно... Может быть... Не утка, а кем-то другим, может, что-то новое откроется. Но это, по-моему, лучшее, что могло быть. Смотри, баба подкрадывается, говорит, то ли это шизофрения, то ли это правда. Это правда. Подожди. Смотри, она как ко мне идет. Вот ты не ходи просто так, а танцуй вместе со мной, язык наружу. Я как эта китайка, не могу уйти. Бьешь ты меня? Совсем, что ли, дурная? Все, пока-пока. Поддержите лайком, пишите комментарий, подписывайтесь на канал. До встречи, мои банановые братья. Вообще, я пошла кашемалашиться. Пока-пока. Я хотела поцеловаться. Че? Какой ты прям настырный. Я жопку твою откушу. Whoa!